Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видео обзор на вот такую вот коробочку конфет Амарло, миндаль и кокос, конфеты вафельные глазированные, искушение вкуса. До этого не видела ее, не увидела. Похожи они на Рафаэлки, тоже та же, кокос, также орешек внутри. Вот. Стоили они 100 рублей. Пятерочки по акциям, без акции не знаю сколько. Так вот они красиво оформлены здесь. Вот здесь вот закрыты, видны конфеточки сами. Очень красивая коробочка. Вот, здесь у нас 100 грамм. Состав будет в фотографии, вернее, состав будет в конце ролика, посмотрите. И давайте ее откроем. Здесь вот есть такая штучка. Она просто отрывается с двух сторон. Даже жалко открывать ее. И тадам. Так, здесь у нас что-то написано. Нет, никак не фокусирует он. Тоже сделаю фотографию. В конце ролика будет, прочтете. Коробочка вот так открывается. Из коробочки получается цветочек. И давайте по традиции посчитаем, сколько же здесь конфеток. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять. Десять конфет. Как раз 100 грамм. Да хорошо, что 10, а то бывает 9. Вот так вот красиво очень. Можно как раз на компанию вот так вот открыл. И она, смотрите, очень красиво может лежать где-нибудь на столе. Да? Ее вот можно оформить так и красиво. Ну и давайте попробуем ее. Тут тоже она красиво оформленная. Так, внутри она отличается, конечно. Ой. От Рафаэлки. Рафаэлка она вся прям в кокосе. Ну, здесь она, может быть, еще потому что зелененькая. Сейчас попробуем. Вот так она внутри выглядит. Сразу она у меня вся разломалась. Очень мягенькая. У нее сразу вот верхушку вот эта отлетела. Нежненькая, она такая прям мягкая, нежная. Орех тоже нежненький такой. Такой он хрустящий, сразу раскусывается, разжевывается. Сладкая, неприторная. Вкус миндаля. Вкус шоколада, ну, не скажу, что там прям такой явный вкус шоколада был. Давайте еще раз попробуем. У меня еще целый вечер впереди. Так, это у меня тут не открылось нормально. Ну, тут белый шоколад, наверное, с красителем зелененьким. Вот, они стоят, видите? Так, покажу, вот они. То есть ее можно поставить спокойненько, вот, допустим, вот сюда вот. И можно ей украсить стол, то есть они будут стоять. Если, допустим, Рафаэлла, она будет скатываться, убегать, то это будет стоять. Попробуем снова. Целиком она вкуснее. По вкусу как Рафаэлла. Только вкус фисташки. Да, такой вкус фисташки еще присутствует. Поэтому она, видимо, зелененькая.
Хотя там написано миндаль и кокос. Но немножечко какой-то другой вкус отдает. Рафаэлки, они все-таки более какие-то такие уже приятные, уже привыкаешь к ним, и хочется есть, 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 есть. Они такие хорошенькие. Вот здесь уже что-то другое немножечко есть. Но, в принципе, она аналог, можно сказать, наверное, Рафаэлла. Тоже вкусно и красиво оформлено. Рафаэлла, если открыл, то она будет лежать в коробочке у вас. А тут вот уже так вот красиво. Все зелененькое. И кокос какой-то он прям большой, вот смотрите. Крупный. Здесь даже вот у меня на столе тоже вот лежит. Они какие гигантские. Вот. В принципе, можно такой тоже покупать, допустим. Можно также купить на компанию. А в компании все вместе поесть. Давайте, наверное, попробую я сейчас ее вам сломать, что ли. Здесь, кстати, вон дырочка. А вот она, верхушка. Вот. Вот она открывается, в принципе. Вот она открылась. Ой. И вот он, в принципе, большой-большой кокос. К сожалению, у меня нету Рафаэлки, я бы вам сравнила, но у кого есть сейчас на данный момент, можете сравнить, там гораздо меньше. Его больше и меньше кокоса, кокосовой стружки. Ну, там вот в ней как раз есть, содержится этот орешек. Там, я думаю, целиком. Да, он там целиком орешек. Очень вкусный, прям завлекает. Хочется есть, 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 есть. Так, подарок можно подарить, да. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пробовали ли вы такие конфеты, понравились они вам, не понравились. Если не понравились, то чем не понравились. И, может быть, там есть еще какие-то другие вкусы этих конфет. И также смотрите мои другие обзоры. И всем пока-пока.